Ну, еще сейчас можно, конечно, по ходу собирать. Добычу им потом идти продавать сюда. А кто здесь животное? А с этой стороны таверна? Нет. Да только что я смотрела здесь. Изучала только что. Так. Там мы разобрались с четырьмя видами животных, а вот здесь пока неизвестно. Еще кто обитает? Так, это кто? Это косуля. Нам волк попался на крючок. Обладал волк зубами, щелк. Опасное животное. Они стаями любят нападать. Одиночку, конечно, с ними легче справиться. Наши деньги, оказывается. Но у него и приманка может закончиться. У нас есть приманка? Есть еще 7 штук. Нет, я не переключаю сейчас на приманку. Тут здесь ловушки. Господи, какие же они милые. Зверушечки. Хозяйка леса будет расстроена вашим поведением, юноша. Их так много здесь. Так, я слышу перо. Прирожденный ассасин. Я стреляла из лука. Мне понравилось. Я бы хотела, конечно, на открытой местности попробовать не охотиться, а просто потренироваться. Так это у нас еще и лоси, да? Лучше их оставим.
Ну ладно, не знаю я, что здесь еще за животное. Может, проще пойти сразу же туда. Так, это у нас здесь. Может, сверху-то быстрее получится? Конечно, если хватит. Так, а что это вы мне все закрыли? Надо башню, что ли, активировать? Не знаю. Пока далеко не ушла. Можно, конечно, вернуться. Спокойное такое у нас с вами прохождение. Новый вид животных. Эти. Это лось, да? Они бодаются в период этих брачных игр. Как раз, скорее всего, за самку. Такое есть поведение. По-моему. Вспоминаю передачи про животных. С Дроздовым там еще какие-то были. Раньше я много их смотрел, и дедушка нас любил. И он не оставлял нас в покое, пока мы не присоединимся к просмотру этой передачи вместе с ним. Было дело такое. Нас, это меня и сестру. А, это енот. А что насчет денег? Давай еще получим денег. Так, а здесь трофей? Наверху, что ли? Врекушечку нашли. Так, а внутри можно зайти? А это не магазин. Это жилой дом. Но он все равно притормаживает, когда на бегу. Прицеливается. Замедляет ход. Не может. Ну, неудобно, естественно. Это же игра, мало ли. Я размечталась. Еще ловушки расставляют. Так, мужик, ты куда бежишь? Что случилось? От жены, что ли? Жена разозлилась, сковородкой в руке. Так.
Заясь и заясь. Далеко бежать, оказывается. Еще насобирали шкур, можем продать тебе. Чем я могу вам помочь, Мейнхейр? В прошлый раз все потратили с тобой. В этот раз я решила оставить деньги пока так. Ну, потом, если понадобится, можно еще выручить. Выберите на главной карте точку для быстрого перемещения, чтобы поместиться. Это у нас рынок. Все, они просто так их не трогают. А, это не племя. Не наш народ. А у них так близко дома здесь уже отстроены. Ничего себе. Нас ведь могут запалить. Нет, спасибо. Вчера я до поздней ночи принимал шнапс. И подстрелить. Они к дикарям агрессивно относятся, да. Они их так называют. Для меня они не дикари. Они как эльфы, только современные. Относительно. Такая же история, да, везде с эльфами. Либо их в рабство берут, если оставляют живых вообще. Либо выделяют малый район, как в Dragon Age Origins. И считают их низшим классом каким-то. Отрепьем. Незаслуживающая, как хочется сказать, человеческой жизни, да? У нас курьерская доставка поблизости. Лучше не будем показываться на глаза. Нет, ты правильно сделал. Я хотел в ту сторону прыгай. Вот, 100 лет. Соображаешь, блин. Вы пошли в ту сторону. Ну идите. А у нас здесь свои дела. Нам нужно доставить письмо. Давай доставим. Спасибо. А, мы уже доставили, и тут перо. Где-то наверху. Паркур называется современным языком. А у вас называется... Не знаю. Верно. Она вообще там будет рада. В последний раз ее отец там устроил хорошенькую драку. Играют они в то же самое, да? Я не хочу играть.
Ну здесь же на деньги играется, хотя не знаю. Много здесь не заработаешь, легче хочется. Это в игре, а в реальной жизни, конечно, просто для денег убивать животных, это плохо. Я плохо отношусь к браконьерству. Так, вот письмо у нас, я почему на карте не вижу. Теперь вижу. Не очень далеко. То, что легче, не всегда хорошо в жизни. А для игры как раз самый раз. Быстрее прокачаться, опыт получить, пройти задание наилучшим способом. Спасибо. Уходи давай. Я ушла. Ушла. Что там еще несколько писем? Мне бы... А, ну по деревьям быстрее, конечно, получится. Не помешал конь. Попробуем залезть повыше с тому. Зачем мне? Я тут дальше даже не знаю, куда прыгать. Думала, сейчас сверху попробую пробежаться побыстрее. Ну, тут-то было. Посыльный прибыл. На письмо. Спасибо. И еще одно у нас тут. Это что за здание у нас? Поместье какое-то появилось. Блин, как далеко. Нужно как-то сократить дистанцию, но быстрее туда добраться. Ну вот ты опять спускаешься вниз. А потом не прыгать вниз с такой высоты. Если это не на горе, а снизу. Так, лучше я здесь и останусь. О, что-то здесь высоко. Раз. Я в Skyrim хочу поиграть. Очень давно причем. Но устанавливать мне было его лень заново.
И хотела с модами поставить на текстуры, а прочитал не факт, что сейф перенесется вместе с модами. Да я вообще в принципе ни во что не играла. Вот уже 2 месяца. Я уже говорила об этом. Чуть не насмерть. Хорошо, что там попался камень нам, пока мы спускались. Мне нравится по сучкам перемещаться по лесу. Классно. Только не везде все-таки есть проход. Приходится спускаться на землю. Как далеко бежать-то, оказывается. Значит, не все агрессивно относятся к этим людям. К нашим людям. Здесь енот ел травку. Животиночка выживает, как может. Не трогай енотушку. Лапушку. Вот он, наверное, да? Эх, как долго мне бежать пришлось. Спасибо. А что тут у вас? С кем познакомиться можно? Так. Да ладно, еще одно. Как долго. Тут трофей у нас. А письмо где? Письмо как раз недалеко от медведя, я так понимаю. Ну, тогда сделаем это и... Думаю, что все. Я смотрю, тут все на 60 FPS избалованные, но я не могу записывать. Точнее, я могу записывать, но видео у меня не выводится почему-то Вегасом. Оно дрожит. Не знаю, почему, с чем это связано. Наверное, не хватает оперативки, может. Поэтому уж извините. Так он поймете, среди леса жить, да? Классно. Здесь еще не загрязнена вода, жить рядом с водоемом. Же рядом с этим болотцем, по-моему, прелестно. Где у нас трофей? Пещера, что ли? В какой-то опять. Как туда залезть? А, вот он. Думаю, что кто-то был бы против, узнав, что мы тут собираем какие-то сундучки, открываем чужие.
Так, ну теперь идем письмо, относим. Тут у нас перо нарисовалось. Письмо. Надо активировать башню еще. Надо, чтобы у нас открыта была местность. Видно, что мы тут делаем. Было, чтобы. У собак есть стражники, у них востренное чутье. Если нас обнаружат, то кирдык нам башка. Блин, такие звуки классные. Это как в поход, кто ходит, да спит в палатках. Это круто. Ты промахнулся. А я-то думала, сейчас мы с тобой дальше так же. Сверху по деревьям. Помчимся. Я думаю, вот этот вот ход немножечко можно перемотать, ускорить. Здесь функции есть и на Ютубе. И я сама включаю перемотку. Когда монтирую видео, просто не все до этого додумываются, а потом ругаются. Хотя, по сути, это их проблема. Кто не изучил плеер Ютуба, это их проблема, что они не знают, что здесь есть перемотка. Здесь вместе с этим голос ускорится. Так, у нас пастух. Так. А что происходит? Так. А ты как туда хочешь залезть? А может, тебя из лука? Нет. А, вот так вот это тянется. Согнала мужика с его, так сказать, пня. В общем, с камня сидел, он сторожил. Убец, а я тут... Как дикарь себе. Там мужики. Стражники. Так, это... Сток? Нет, это не сток, это... Смерть. Это всего лишь кусты, блин, он прямо лбом об камень. Думаю, это был бы с летальным исходом. Но здесь нашего, как у кошки, волна героя 9 жизней. Он бессмертен. Поле. Русское поле. Ну, знаете, это только в фильмах прикольно так бежать и руками задевать за вот эти пушистые колосочки, да? А на самом деле, когда ты бежишь, эти колосочки бьют тебе по лицу, и какой-нибудь колосочек может зарядить тебе в глаз. Это только в фильмах все прекрасно и красиво, с ностальгией выглядит. У нас ну какое дерево красивое, да? Смотрите, какой там обрубил сучок, чтобы построить что-то. Длинный сук был, видимо, планировал с той стороны построить, а оказалось, что решили построить склад с этой стороны. Стой. Еще выше.
Ничего себе. Хотите сказать еще выше? Мне как-то боязно. На эту сторону не... Да, такие башни поинтереснее будут. Тут еще и свалиться можно. Раскачивается тогда. Ничего допрыгнуть. Ничего не хочет допрыгнуть. Ты можно ли все выше? Смог. Опасное дерево. Мы добрались. Классно, мне все больше здесь понравилось активировать. Деревья. Дистоксина. Залезть-то мы залезли. Кошку мы сняли. Да? Я просто синхронизировалась. А вот как слезть? Самим придется пожарных вызывать. Как нам спрыгнуть-то? Там есть вообще? Куча мала. Куда прыгать-то? Можешь прямо здесь спать? Ну так, да? Аккуратненько, аккуратненько. Дальше куда? Знаешь куда? А, блин, а как лечиться-то здесь? Последнее письмо. А путь мы держим туда. В горы так прибежишься и сразу похудеешь. А тот переживал. Ну что, над ним смеяться будет? А он толстый. Поэтому охотиться не умеет. Причем тут это вообще? Типа бегать быстрее. Физическая подготовка, выносливость. Он здесь скатывается.
Ты злой, как волк прям. Его реально сделали похожим на Маугли. Пока он был мальцом, он так сильно не похож был на Маугли. Он был симпатявее. А бывает наоборот. Тело меняется, лицо меняется. Не в детстве, а уже в старших классах у меня была форма со скулами. Такая, не знаю, как называется. Ну, со скулами, знаете, какая форма? Ромбовидная или какая-то? А сейчас совсем другая. Сузилась очень, я не знаю даже, как это назвать. Может, просто похудела, конечно. Раньше совсем другая форма была. Спасибо. Так. Вот здесь у нас еще нужно активировать. Потом идем туда за Бедверием. Там далеко у нас поселился. Так быстрее память закончится, пока мы его найдем. Кто у нас тут на водопоях приходит? Енот? Они отсюда туда идут, так что мы с ними не встретимся. Коровы. Вряд ли пастух будет рад, если мы какую-то из них зарежем на мясо. Вообще, неправильно это учесть, служить кормом только если. Я на эти темы говорила в Ведьмаке много раз, сейчас не хочу просто разглагольствовать на эту тему. Хочется просто спокойно, легко поиграть на лайте. Так, наконец-то мы с тобой сообразили, как залезть повыше. Кому интересно? Философские рассуждения, смотрите Ведьмака, там много таких тем. Дерево почему-то прямо в точности такое же. Ничего не отличается от того. Хотя бы в другую сторону ветви что ли протянули для разнообразия. В последний момент уцепилась. Хотела не так, конечно, слезть. Это опасно. А нет, здоровье заполняется, оно у нас остановилось. Так что хорошо. Вот я подумала, с модами у меня не будет улетать Skyrim. Я озадачилась.
бумажным вопросом. Пока мы бежим, у меня есть время подумать. У вас есть время попить чай. Не знаю, чем-нибудь еще заняться. Так. Вы меня не видели, вы меня не знаете. Я тень этого леса. Меня видно, меня не видно. О, трофей. О, как это мы так вот напоролись на твои рога, да? Я как-то думала, что мы обойдем тебя стороной, но мы проходили мимо, я не думала, что он на меня агрессию проявит. Надо было думать. Бежала я и бежала, у меня была цель. Я тебя смотрю на лосей по сторонам. Вопите или вопите, как правильно это называют, в общем. Лоси есть лось. Простонародье простым языком. А, мы же за трофеем шли, да? А он у нас куда скрылся? Так, где-то тут поблизости видела. А потом вернулась. У нас отмечен, нет? Да, отмечен, хорошо. Перо и сундук рядом какой-то. Раз уж мы здесь, давайте сразу же приберем к камню. Енотик, бабушка. Беги, беги от этого живодера, это старое здание. А, тут бомжи живут. Или здесь укрываются. В общем, не знаю, какая тут цель. На медпункт не похоже. Мужика Насюка куда-то везти собрались. Ему что-то с ногой случилось. А, надо наверх что-то залезть. Ага. Да на чем я хаучу? Чем только люди не развлекаются. Странный парень. Так на крыше, что ли? А я изощрилась. Да блин, как наверх-то залезть? Ёлки-палки. Я не пью, в отличие от вас. Так что, знаете, по себе других не судят. Если вы такие, это не значит, что другие такие. Мы трезвичком, ясно, в сознании, памяти, уме. Таких делов можем натворить. Так что, пеняйте на себя. Вроде бы поблизости, а бежать как далеко. Ага. Бежать за 3-9 земель получается, да? Коровки мычат. Так. Форт Манмут. Обнаружен. А поместье отмечено красным цветом. Видимо, опасная территория. Если мы туда заступим, то нас могут подстрелить очень легко. Как мне? Почему? Попытка номер два.
Нет, не спрыгивай, не спрыгивай, не спрыгивай. Да. Мне надо хочется натюкнуться, но со стороны, когда слушаешь запись, ну, учитывается скверно, поэтому стараюсь себя сдерживать. Выглядит это некрасиво со стороны. Но в момент эмоций можешь об этом не думать. Так. О, ты залез. Я тут думала, как это вообще провернуть дело. Теперь дело в шляпе. Ну ладно. Что это? Сокровище. Это у нас сокровище. Которое, надеюсь, не нужно взламывать, как его отец мучился в моих руках. Это замки у вас тут с сокровищами. Смотрите, мы на побережье пришли, как красиво. Правда, ничего не видно, все в тумане. Такой пустынный пляж, я люблю такие места. Смотрите, как красиво. Закат. Даже через компьютерную графику природа торкает. Природе сил много. Энергия природы. Так, это где у нас? Там пещера, что ли? Где-то здесь пещера. Что они сделали для того, чтобы достать сокровища? Это бочки с порохом, давай их подожжем. Да. Если нас никто не тронет, может А, нет, просто открылось. Вот чудеса, я в прошлый раз мучилась. Почему здесь автоматически? Открыл свой сундук сокровищ.